Настроение есть. Погнали. Камера пошла. Раз, два, три. И картошка с грибами. Никакой картошки. Здравствуйте, мои гаденькие. Сегодня мы с вами приготовим что-нибудь. А что я пока не знаю, нам подскажет магическая книга. Нет, давай сначала без правила. Нужно загадать сначала страницу и строчку. А потом готовить. Давай, ты страницу, а я строчку. Давай, страницу. Строчка 13-я, конечно, какая же еще может быть строчка? Давай. Ну, короче, я наугад открываю. Итак, ну что ты... Сегодня мы с вами готовим горький суп литераторов вином соусе. Да, литераторы в вином соусе. Отлично. Значит так, нам нужна щепотка литераторов, винный соус. Винного соуса нет, есть замечательное икристое вино. Отлично. Оно тоже пройдет. Эй, ну-ка, поставь. Сейчас не хватит на винного соуса, на литератора. Нормально. Как всегда, значит, не хватит. Для начала литератора нужно напоить. Так, и нам винным соусом щепотка чего-нибудь острого. Чего-нибудь острого щепотка. Итак, кладем сначала литератора. Литератора кладем. Снимаем с литератора тыкву. Так, поставьте свою тыкву, опять совсем не тыкву. Это наш яд. Значит так. Как там винный соус был? Нет, сначала мы его должны... Надо напоить литератора. Его сначала нужно чем-то обсыпать. Его надо чем-нибудь обсыпать, чтобы он был обсыпан. Давайте обсыпем его проклятиями. Давайте. Вот проклятие нашим. Значит, мы его обсыпаем. Будь проклят! С казачками! Я тебе все припомню! Латунский! Я тебе все припомню! Все, в общем, вот. Так, значит, это раз. Второе, значит, у нас будем в него кидать всякими заклинаниями. Да, проклятия уже были. Заклинаниями. Так, одно заклинание, второе заклинание. Для морщин. Для... Чтобы жил поменьше. Я... Чтобы ты облысел, гад проклятый. Прыщик на носу был. Чтобы у тебя перо сломалось. Литератор, так, хватит, погас. Хватит. Так. И теперь, значит, сверху... Ну-ка поставь! Они не дают мне делать глоток вдохновения. Вдохновение? Я знаю, какое тебе вдохновение! А значит, что? Так, теперь я разговариваю никуда. Типа, я тогда не сделаю с литератором. И где-нибудь побольше ему болячек. Обязательно надо болячек! Все, болячек добавили. И теперь заливаем винный соус. Заливаем его. Заливаем! А ну как крыш? Заливайте в себя. А ну-ка, крыш. А ну-ка, тихо. Не надо. Получилось! Ты все выпила! Как ты могла все выпить? Вот мы тебе пока, ты понимаешь? Мы все на литератора должны были. У нас по рецепту написано. Мы жмем лимон. Че, опять войны и мира не будет? Камера, стоп. Бон аппетит!